Всем огромный привет! Сегодня у нас обзор обуви 38 размера в магазине «Фамилия». Адрес город Москва, улица Таллинская, 18. Приятного просмотра! Вот такие коричневые осенние ботинки. Замшевые. Цена 2100 рублей всего лишь. Дженни Фэри, страна производства Китай. Кеды Levi's. Американского бренда, хороший бренд, дорогая марка. Сейчас посмотрим цену в «Фамилии». 3500 рублей, цена до скидки 5500. Ну, может быть, еще немножечко подешевеет, но, в принципе, цена тоже достаточно неплохая для бренда. Вот такие балетки интересные. 139 рублей всего лишь. Тейли Вейджел, страна производства Китай. Ботинки «Каприз». Черные. Цена 149 рублей всего лишь, девочки, 149 рублей. Это 38 размер. Можно брать не глядя, да, за такую цену. Так, дальше туфельки черные на каблучке тоненьком, 1800 рублей, Primadonna Collection. 100% полиуретан. Жалко, что не кожаные, но выглядят классно. Вот такие черные ботильончики, устойчивый черный каблук. Цена 869 рублей, марка Този, страна производства Китай. Такие серенькие с перфорацией ботиночки на лето, идеально. 299 рублей всего лишь, Кросби, что для данного бренда тоже хорошо, потому что у них исходная цена 2200. Вот сейчас брать зимой отлично было бы. 2500 рублей. Туфельки Лосоки. Натуральная кожа. Да, поэтому такая цена. Страна производства Бангладеш. Вот такие черные ботильончики. Симпатичные. Дженни Фэри Китай. 679 рублей. Это тоже 38 размер. Вот такие ботильоны, достаточно стильные, устойчивый черный каблучок. Цена 1709 рублей, а вот информации у производителей нет, к сожалению. Зимние ботинки 4200 рублей, отделаны мехом. Это Wrangler, бренд, 38 размер тоже. Сейчас посмотрим, да, натуральная кожа. Перфорация, хорошая подошва, не скользящие, отличные. Вот такие черные ботинки. Тоже хорошие, классические, да, все, да, все подойдут, полуботинки. 1749 рублей. Неплохая цена. Ботильоны черные, тоже под замшу. 3500 рублей. Информации о бренде тоже вот нет, к сожалению. Вот такие кроссовки золотистого цвета. Цена 3000 рублей. Джино Росси, страна производства Индия. Вообще интересный бренд, впервые вижу здесь. Вот такие ботинки, темно-серые дутики. Блестящие 2100 рублей. Это патруль со скидкой. А обычно они стоят в два раза дороже. Вот такие ботильончики. Это, наверное, тоже Лосоки. Нет, XTI, кстати, испанский бренд. XTI. Цена 1219 рублей, что для этого бренда очень хорошо. Золотистые. Такие, даже не золотистые, серебристые, с блеском. Такие полуботинки. Цена 1400 рублей. Primadonna Collection. Уже со скидкой сейчас. Такие черные полуботинки. Цена 1400 рублей. Primadonna Collection. Тоже 38 размер. А вот такие ботильончики черные. Блестящий лаковый задничек сделан.
1399 рублей. Это Лосоки. Хорошая марка. Хорошая у них обувь. Вот такие, посмотрите, интересные туфельки. У них подошва на танкетке 1799 рублей. Клара Барсон. Марка незнакома мне. Подписывайтесь на канал. До встречи!